Гэтай традыцыі ў Магілёве шмат год. З пачаткам навучальнага года моладзь абласнога цэнтра зноў і зноў заступае на вахту памяці. Сёлета ў 34-ты раз. Тут на плошчы Славы каля вечнага агню пост нумар 1. Права несці вахту памяці ганаровае. Яго вучні, навучэнцы і студэнты імкнуцца заслужыць. Очередной раз сегодня мы встречаем для того, чтобы открыть по новой еще раз эту вахту памяти. Это действительно центр патриотического воспитания молодежи. Мне кажется, что ребята делают очень важное дело. Для того, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны, мы должны это помнить, потому что они отдали жизнь, чтобы мы жили под мирным небом над головой. По традиции, подчас ганаровага митингу подводить выники огляду конкурсу на лепшую организацию и несение вахты памяти у минулом годе. А молодшим школьникам, якія вырашили стать пионерами, повязывают гальштуки. Алесь Рыбалка, Александр Артемьев, Новин регион.